Доброго утра! Я сегодня аж до 9 часов спала, вот сейчас уже 9:30. Я собираюсь ехать за коробками. Сначала заказывала доставку почты, но не уверена, что они к 8 марта успели бы прийти, поэтому позвонила, сменила доставку самовывозом, и вот сегодня поеду. Вот, а фотографии уже вчера же Степа забирал детей из садика, уже фотки отдали. Классные вообще такие. Красивые дети. Так, вот наши два парня. И вот тут вот еще маленькие. Собака. Афонька на сугробе. Снеговик классный. Антошка. И еще Афанасий в такой же позе. Да, конечно, край фото. Очень здоровские фотки и по качеству, но дорогие. Но за удовольствие нужно платить. За удовольствие смотреть своих детей такими красивыми. Все вы так Тут мучаете. принято по одному шарику, а мы по 8. А, сразу по все шарики закидываем. Бедные конструкторы. Ой, сейчас он разобранный был, я его собрал. Ау. Мама, надо второй набор купить. А сколько он стоил? 99, по-моему, рублей. Не, ну я мог бы свои потратить на один, так скажем, набор. Но... Оля, как думаешь, потратить на наборы или на вкусняшки? Анатки. Все, весь мир за меня. Не, ну здесь смотри, здесь сразу два. Мам, дай мне сразу же. Понял. Я уже в трамвае. Получается 23 рубля. Коробками уже на Лузана на 31-м автобусе, так что сейчас пойду забирать. Так, теперь нужно только подождать возле этого салона красоты. Так, все, я коробки забрала, а здесь опять такая красота вообще, обалденно. Сейчас иду на автобус. Я, короче, иду по навигатору до Сбербанка, чтобы снять деньги с банкомата по красной. Памятник. Какой красивый. Нет! Это опа, неожиданная встреча. Все готовятся к соревнованиям. Папа сказал, кто съест 3 куска мяса, тот получит медаль. Сижу, я съел первый свои 3 куска. Дай, дай. Молодец. У нас тут домашний салон красоты. Я поняла, вернее, как клеить эти стразы с фикс прайса. Ну, вообще, как клеить стразы в принципе. Я, в общем-то, брала вот этой штукой, которую я как раз купила. Ее немножечко в лак прозрачный. И потом уже к ней хорошо... Подожди. И потом к ней уже хорошо прилипали эти стразы. И можно было их выложить как получится. Так что, в общем, вот так вот получилось. Она разноцветная была. Да? Я тебе ударил вот этим. Ну, не все одним. Завтра другим. Хорошо? А этим? Да, завтра вот этим. Мать, я понял, на лака одеть. Хорошо, договорились. И так красиво. Вечер у меня вот такой вот, с восьмерочками, с фиксиками продолжаем. Вот осталось только завтра их расписать кисточкой. И еще топеры будут готовы. Еще у меня здесь двоечка сохнет. И вот такой вот маленький принц будет тоже на торт. Что, рассказываю свой сегодняшний день, на который я, не знаю, на полдня вообще выпала из жизни. Ну, я выпала из жизни, потому что... Для меня вообще любая поездка в Краснодар, это, конечно, просто полдня, потом отсыпаться. Вот, но в этот раз все было немножечко проще.
потому что я себе вот так настроила, что я вообще нормально, что у меня голова не болит, потому что я все время ехала и настраивала себя на то, что сейчас будет ужас. Да, конечно, давно я не была в Краснодаре. Два раза просили люди, то есть не просто какие-то вот там без ноги, а просто обычные люди, которые попрошайничают. В общем, не хочу никого осуждать, это выбор каждого, но я, честно, никому не давала, не подавала милостыню. Вот, в общем, не знаю, как вы вообще к этому относитесь, потому что я уже давно такого не видела, вот прям давно. Одни в трамвае были, а другие на трамвайной остановке прям подходят и говорят. Я просто почему не даю милостыню? Потому что один раз подошла к нам молодая девушка на Красной площади, это было, с гитарой. Мы вот такие вот музыканты, приехали там на какой-то фестиваль, нам не хватает переехать домой, подайте. Мы подали, потом буквально недели через две она опять ходила по парковке, опять выпрашивала, и получается, что, знаете, они вообще никакие не музыканты, просто с чехлом от гитары так, знаете, ходят. Я думаю, что неплохо таки зарабатывают, поэтому вот уже прям не верю, мне кажется, нужно тогда идти и работать. Вот. И потом еще заехала, сижу, не купила на прицеп там одну штуку, это для меня тоже было целое потрясение, нужно было выйти на компрессорном, сходить до прицепов, потом вернуться обратно, в общем, это какое-то такое путешествие. Вот. Потом еще приехала, спала. Как только поспала, так сразу это занялась пряниками. В общем, к нам еще Люба в гости приезжали. Привет вам! Я знаю, что вы смотрите нас по утрам. Вот. И, в общем-то, пряники теперь вот так вот. Все, всем, всех благодарю. Еще у меня будет немножечко задержка видео из-за пряников, из-за 8 марта, но потом я думаю, что уже праздники закончатся, и можно даже будет разрисовывать пряники поспокойнее.